Сегодня утром в Чебоксарах было закрыто движение транспорта на Московском проспекте. Там произошла серьезная авария. Фура выезжала на Московский проспект и, не вписавшись в поворот, пробила собственный бак о бордюр. ЧП произошло около 9 утра у бывшего торгового дома «Новинка». Топливо разлилось примерно до остановки «Студгородок». На участке работали 3 дорожных машины, они засыпали дорогу песком. После этого по дорожному полотну пройдут со щеткой. Оперативно посыпали песок, около 30 тонн на солярку. Ночью еще помоем, моющим средствами. В ГИБДД Чуваши сообщают, что стаж водителя фуры, виновника ДТП, более 40 лет. В нашем городе он впервые. Данный водитель поясняет, что при подаче задним ходом он не смог вписаться в данный технологический съезд, с чем произошло данное происшествие. После всех проведенных мероприятий по ликвидации дизельного топлива с проезжей части движение было восстановлено в 11 часов 20 минут. Принятыми мерами физических последствий и заторовых ситуаций на данном участке не допущено.